Премия «Лидеры спортивной индустрии» учреждена в целях признания высоких заслуг лауреата наиболее выдающихся продуктов и проектов спортивной и туристической инфраструктуры как перед профессиональным сообществом, так и перед широкой общественностью. Название лучшего горнолыжного курорта России в этом году претендовало 12 комплексов, включая подмосковные Сарачаны, Архыз, Искарачаево-Черкесия, Кемеровский Шерегеш. Победитель определялся по сумме процентов онлайн-голосований, профессионального жюри и народного голосования. Первое место сочинскому курорту «Роза Хутор» обеспечили 33,6% голосов.